привет. Вечер следующего дня. Сейчас были в магазине с Натальей. Идем домой, берем Лизу, идем гулять и идем к родителям. Потому что Наталья сегодня уезжает. Все, погостила немного и поеду дальше по делам. Зашли домой, взяли Лизу. Идем сейчас обратно к родителям. На улице вообще так классно, да? Хорошо. Вообще снег выпал, ну он как, он и до сих пор идет. И вообще тепло, хорошо, комфортная температура. Для прогулок. Да, как раз гулять. Вон Лиза бегает. Сейчас придем. Там Натальин муж должен подъехать. Ее заберет. Ну и поеду дальше по делам, по своим. Она у нас здесь так проездом. Ну, в Самару приехала по делам. Поэтому сегодня так быстро уезжает. Ну и все. И теперь только мы увидимся с ней, наверное. Не знаю, летом, может быть. Вот. Не скоро еще. Ну все, идем мы дальше. Провожаем Наталью. Опа. Все, муж приехал, Василий. Сейчас поедут. Сейчас я вам кое-что покажу. Зачем, собственно, они сюда приезжали. Можно показывать-то? А? Во, красотка стоит. Красненькая. Новенькая. Из салона. Красавица. За машину она приезжала, себе покупала. Цвет какой классный. Красный такой. Конфетка. Ага. Крыша, смотри, черная. Крыша черная. Черная. Затонировал, да? А? Затонировал. Да. Закроешь дверь за мной? Да. Лиза, нет, сиди. Все, уехала сестра, уехали все, мы остались одни, совсем скучно. Хорошие им дороги, чтобы все было хорошо, чтобы погода была хорошая, чтобы не помешало им ничего. В общем, чтобы хорошо доехали. А мы с Лизой вот идем, гуляем. Домой идем.
Они нас довезли до дома. Сейчас прогуляемся и пойдем домой. Лизок, пошли. На улице, кстати, так хорошо вообще, прям снег выпал, такая красота. Все белым-бело. На улице тепло. Со снегом теплее, чем без снега. Хорошо прям. Погодка отличная. Всем пока-пока!